палку, ну, він же ж не кидає їх. Він каже, та я от туди їх кидаю, кидаю, вони що-то не летять. Я ще не готов. Он не готов или голуби? Да, голуби. А, голуби. Я тебе говорю, ну раз кинул, второй раз. Они уже должны их показывать. А вчера у тебя хорошо полетали. Ну, ястреб не дал. Да? Он уже одну тройку кинул, уже не пошли, да? Да уже. Да, вот сейчас. Ну, иди сюда, иди сюда, иди сюда, тут ветер. Сейчас кидает, возьми сумку, пожалуйста. Он кидает за это. Ага. Он ленюк какой-то, что не у него, значит, плохо кормил. Что не у него так это, заленен. Ну да. Старые голуби. Ну один мужик говорит, у них, наверное, гирьки там привязаны. А что ж такое? Я не знаю. Да. Володя, мне надо стыбать, они не пойдут. Ну все равно, хотя бы как ты начинаешь. Да. Кидать, ты ж, допустим, вот мне ставишь два с минусом, мы хотим тоже прийти посмотреть, как у тебя летает, знаешь. Ты ж мне давеча два с минусом поставил. Сейчас. Это вообще не до Ленина еще, а не? О, бачишь, это с крылом, оно должно. Бля, не це с крылом, не це с крылом. Там я смотрел, как. И несложное, несложное, да? Оно должно раз кинул. На второй раз уже это совет не пошли, значит голову отрывать. Кровяное оно еще там у нее, у них вот это рябь. Ну это же не молодые у тебя. Вот те молодые по две пооставалось, рябоголовенькие. А эти второй выводок, ну у них еще не засохло, там кровяные. Я вчера просматривал. Угу. Три. Отцепить. А? Да. Возьми его так под хвостик. Ну только нежненько, нежненько, да. Под кольцами, да, не бойся. А ну посмотри, там должен под одним это... Гирька висеть. Лавровый листик, а в другим душистый перчик. Да-да, смотри. Тысячу просмотров, Виха. Я боюсь, 1700. Уже 1700? Да. И за каких-то три дня, да, там? Да, один там пишет же. Ага. Ёлки-палки, ты ж не слушал тогда, когда я говорил, что плохая погода. Ну да. Что там... Они хватаются, что не ползали? То, ну, что да. Плохая погода. Один пишет, скажи, ты, что ты, кажется, ты пой песню, знаешь как? Да-да-да. Пусть летят, пусть вперед и назад. Да. Ага, конечно, кину. Я думаю, они у тебя, наверное, лучше пойдут, чем у Сергея Ивановича. Конечно. Я прямо от голубя. Да понятно, сейчас такой ветер, куда их заносить? Я приглашу вас. Когда? Где-то через недельку уже по полет будет. А, ну хорошо, хорошо. Там снег пойдет. Пускай идет снег. Вот этой голубки цены нету. Чего лучше голубка? Они вообще не шелохнутся, вот эти черные белоножки. Вообще не шелохнутся. Один мужик написал, что у них гирька там, говорит, на лапках привязана. Я говорю... А ну-ка, покажи ту рыжу, что то сейчас под Лиманской. Твои рыжи в 100 раз лучше. Я знаю. 100 раз. Я знаю там... А люди примеру... с России видел, понравилось, говорят. Да, Виха, да, с Иванова. Если бы они приехали, он тебе треугольничек той. Ага, вижу. Он и Соколок пришел. Здравствуй, брат лихой. Как раз бы он вовремя нашел, если бы да. пришли. Да, хорошо. самец. Кобель. Так ты представляешь, вот цей кобель так. забирает это самое. У меня рыжего. Так. Прилетай сюда. Так. Думаю, куда же он пойдет? Прилетай сюда, набирает. Сюда выше смотри. Средней. Сейчас. Поджима голуба, и голуба не видно под ним. Угу. И на трубу туда же. Да. Голуба не видно, действительно, что не видно под ним. А так и же вроде как небольшой. Да. Это черные, их тренировать не надо, вот этого. Да. Белоноса. Да. Угу. Я их не кидаю. Вот, потому что. Почему? Мало их у меня. Ага. Для года ага. еще мало. Понятно. Пара есть таких, а то да, и пару я у Красный Лиман отвез. Вот, Юр. Ты ж покажи рыжую, он Виха хочет рыжую посмотреть. Что за рыжа хоть? Так я и видел. Ага. Слушай, а что то за гопак у тебя херсонскую брал? Ну то ж я покупал херсонца. Ага. Ну кидаю, она придет, так раскроется. Ты... Вон ага. он, видишь, ага. Да, Соколов. Он раскроется чуть-чуть, так знаешь, ну и это самое. И
раскроется и сядет, раскроется и сядет. А вчера ж ястреб. А начал потом немножко она подниматься. Я говорю, Витя, забери. А ты достаешь? Да, достаю. Сокол. Это... Можно в руках посмотреть? А это одна гнездочка. Да нет, он на ястреба похож. Виха, Виха, то ястреб. Не-не-не, то сокол. Да мне кажется, ястреб. Не-не-не-не-не, да? То сокол. Так она не дает. Так по крылу она ничего. Она, у нее, ты видишь, этого крыла. Смотри. Угу. Видишь, он у нее лезет. А это вторая. То второй вывод, а третий. Я, угу. Первый я убрал. Угу. Оно... Это второго вывода. И те ничего не вылинили. Да. Да я сейчас кидаю, подпущу. Кидаю. Хорошо кидаю. Да, она ж вот, она ж не вылинила, видишь? Конечно, она тут. Ну черная идет вот сейчас с руки. Ну это уже у тебя выводная тут рыжа, да? Да. А там еще одна осталась выпадать. Мне так кажется, что как гирьки у них привязаны. Ты их не перекатывай. Там вообще они же не должны. Вон. Вам не кажется, что гирьки привязаны, не? Я знаю. А та сына. Не знаете? Она... Ну не хочешь, что слетит. Не хочешь? А там ей хорошо. О, прилетело, прилетело. Ты хорошо. Прилетело. Ага. Тут завихрение у него, у Сергея Ивановича. Да, как гири привязаны, ты заметил? Да. Тяжелые какие-то. Должны быть как пружина. Как они, пружина. Я вот кидаю, они мне пулей прямо с форсажа. Вот пошли сейчас к Вихе, вот он подкинет, и они сразу в гору пойдут. Они, не надо снимать. Ладно, Володя. Ладно. Я не ладно. Люблю, блин. Хорошо, я вот, иначе ладно, 10 часов не буду выходить. Ладно, все. Я буду, все, сюда, я Виху, Виху. Во сколько? 10 часов вот тут. А, и я в 10, буду приезжать. Он же хорошо. В 10, он же в 10 едет. Я 10 еду. И автобусом едет? Да. Я с похмелья на машину не беру. Сейчас пойдем. Сергей, пошли к нему. Пошли, я сейчас кину. У тебя все понятно. Да не, никуда не денутся. У меня пропало трое. А, ну тогда загоняй. Помнишь, позапрошлом да. году? Давай. А тут позапрошлом мужик, году. А тут да, 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 он загоняй их. Ну. Слышишь, а тут мужчина так. Живет, вот это пятиэтаж. Так. И говорит, Сергей Иванович, ты не бросай голубей. Так. Один мужчина где-то вот половил, троих. Ё-моё. Пара пришла, одна нет. А мужчина был не в очках? Вот. Понимаешь, я не знаю, в чем он был. А не в такой куртке вот написано это. И я перестал бросать голубей. А если оставляю чай пью, вот я поглядываю. Хорошо, ну пошли, Сергей Иванович. Я снимать тебя. Ты на гулюлю, они хорошо у тебя? А? Да. Хорошо на гулюлю. Хорошо. Они ж у него вечно голодные. А я ж думаю, смотрю. Ну, сегодня я не собирался вообще, завтра там вроде, ага. Завтра восточный ветер будет, завтра, послезавтра, три дня. Я каждый день буду гонять. Нет, да и я ж каждый день кидаю, но только ж видишь, вот, ага. Сейчас вот видишь, сплошная туча, да. А то ж кусками, да. И такие порывистый ветер, здорово. Ага. Ну, я это ж не несу я туда, ощущаю... я ж не несутся они, у меня несутся. А ты ж... Да. Вон и нет. Несутся, я хвою очень... не давал им. Да? А. Видишь как, с руки идут хорошо, все. Вижу, ну просто что вверх как-то не идут. Не гонял. Вообще молодые, да? Да. Да люди не гоняют, вот так палочкой раз-раз, и они пошли, они понимаешь? Пошли. Да, да, да. Ты видел, как в интернете? Да, да, да. У людей другие голуби. Да? У людей хорошие голуби, а у меня плохие голуби. Да ты же говорил, что ты понимаешь, никто не понимает. Как это плохие голуби, если ты все понимаешь? Ты знаешь, Олах был в Полтаве, когда-то они ездили. Так. Рассказывал, что каже, подходит вот шерсть длинный, наверное, штук 150 голубей. Ага. Он подходит ага. Индивидуально, вот именно все вот. Ага. Раз палочкой, ага. Он пошел. Того, того, того. Вот это кидать а ну. не надо кидать. Я за эту сам кину. Ага. Ты кинешь да. сильно, она пойдет. Да. Вот. И может не сесть. Ведь нам такие голуби не надо, чтобы сильно лететь. Да, конечно. Хорошо, ты молодой. Это какого у тебя? Ты что, летний у тебя? Июньский, да? Да. У меня уже это самое... У меня старые только поведения, молодые. Знаешь, нет. У меня уже он августовская. Кидай, кидайте. О, ты плохо что-то кинул. Да, оно в руках не было. А черную я пустил. Ты видишь, я пустил черную. Да. Да, она понятия не имеет. Оно не знает руки. Да, оно не знает она еще руки. Она перелиненная, черная. Да. Понимаешь, ага. Все перелиненные. Ну один вот написал там, один с Крыма говорит, да. Сергей Иванович лучшие голуби, да. Понял? Другие с Иванова, говорят, у Гарбора лучшие. А вот как ты думаешь, ну, там как мне Иванова быть? Иванова город не вешает. Да.
А один с Крыма написал, говорит, Сергей Иванович, лучшие голуби в рубежном. Я говорю, ну а что ты так говоришь? Кому-то нравится Гарбора, кому-то ущеки нравятся. Да, вот да. С этого, с Чебоксар написали, да. Лучшая птица ущеки, понял? Ну они знают. Да. Хорошо, можешь, это... А с Иванова говорят, лучшая птица это у Гарбора, понял? Сергей Иванович, любители с Иванова. Так там группа. Да, группа любителей с Иванова. Вот это, вот это, блин. Виха кидает, как это, слышишь? Виха кидает, как будто... Как это, как бы тебе сказать? Да я знаю, твоих так и надо. Молодец, Витька. Твоих так и надо, понимаешь? А это ж, а эти ж сами должны идти, это ж как пружина. Да. Гля. Такой ветер, гля, их как. Они летят, я не знаю. Ну они, наверное, умные. Кто ж, какой дурак такой ветер полетит? Ты бы полетел? Полетел. А я бы нет, я бы лучше бы прижался. Я бы лучше к теплой стенке бы прижался. Может. И лег бы. Прилег. Я ж кидал. Там 5 штук. Я затоплюсь эту самую, знаешь, печку. А. И стенка становится теплая, прижимаюсь. И балдеет. Конечно. Да ты что, там сила. Да, ножки вот так вот к стенке. Это мама не горюй. Да. А тем, более, сейчас, ой, как? А тем более, когда чача, огурчики бочковые. А я что-то собираюсь, но... Ветер очень сильный. Да. Ветер очень сильный, они... Очень. Ну сейчас пойдем, как Витя подымет. Загоняй, Сергей Иванович. Загоняй. Загонишь их? Они не голодные. Улю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. Надо оттуда заходить и говорить. Оставишь? Палочкой. Да не знаю, блин. А у тебя сверху дырочки нема там? Там те же была там. Была, я закрыл ее. Коростявые прыгали туда, коростявые. Я закрыл. Вот сейчас Виха пойдем, они у него сразу пойдут в гору. По гору не будет. А у меня полетят они тоже. Когда? Разгонять надо, они долинивают. Долинивают только. Да. Да. Пусть летят вперед, а не назад. Она рыжая, ничего, но это. Для твоих бы пошла. А, да. Упростить немножко. Вот для того бурого, который вот вчера летал. Ага. Да что, хороший год. Хороший. Он и сестра у него там вот эту капусту отлиняла. Плохо, что он, конечно, аж к нам приходил. Вот это плохо. Неплохо, его Коба погнал. А, понял. Это убил, они вдвоем же этого были. Ага. Того до земли, он прямо до школы догнал. Понял. Я так не успел с тобой поговорить, ага. Смотрю, он уже это самое на школу. Раз. Понял. Дюк. А тот попер туда, пересрал. Ага. Ну хорош. Не хотят лететь что-то. Тут же понимаешь. Нет. Гарбора там не проходной двор, а мне проходной. О, ну загоняй. Ловят. Загоняй. Ловят как кто? Свои. Да? Ну не голубятники, не голубятники. Или голубятники. Разговаривать, мы отношения порвем навсегда. Не, я просто спрашиваю, голубятники не надо, ловят или нет? Эти подъемки, понимаешь? У меня привычка такая. Разговаривай нормально. Я спрашиваю, голубятники ловят или нет? Такие, как ты. Понял. Значит, голубятники. Загоняй тогда, Сергей Иванович. Холодно, батарея быстро садится. Сейчас я пройду палочкой. А ну давай, гуси-лебеди. Пойди на ту сторону. Сейчас. А я отсюда буду. Все. Все. Покуха. Давай, землячок, да давай. Теперь они полетят. Теперь они сюда полетят. Я теперь домой пойду. Алый верды. Давай. Я тебе скажу, не только... Гуси. А это тоже твои рыбы, не?
Я его подкармливаю, пускай. Витя Гарбор. А ну, оказывается, наоборот. Так. Для любителей Иванова. Голуби Гарбора Виктора Николаевича. Да, не, ну ничего страшного, сейчас все на дерево. Тут дерево нахуй спилять от этого. Не надо. Оно ж тень, оно тень создает. Зачем деревья пилить? Да не-не-не, надо лучше, надо такие голубей иметь, чтобы на деревья не садились. Деревья пилять не надо. Лучше голову. Это видно, что голуби перелиняные. Да, видишь, он хорошо, наверное, кормит их. Раз они перелиняли. Вот и вырвались прямо из рук наших рук. Да, сейчас, бачишь, картины немає вообще. Да. Ну ничего, сейчас, может, они пойдут. Раньше Сергей Иванович таких держал, даже покрасивее. Привозил от Ворожбита. Они были бурые, да, Сергей Иванович? Они в основном бурые. Пусть летят, они летят. Это гурчинка готова. Да. Ну, сегодня плохая погода. Да. А завтра должен восточный ветер. Угу. Завтра должен. А я тебе говорил, не кидай. Не, надо кидать каждый день. И руку разрабатывать. Конечно. Ты когда привыкаешь голову к рукам, понимаешь, вот ты кидаешь, может, как пуля летит. Как пуля. Вот, смотри. Летит, видишь? Кинул ее. Ты видишь? Да. Да. Здесь все летят. Вот так пуля. Да. Как пуля летят. Кидает он сразу вверх. Так, что вы, звери? Юра молча кидает, ни с кем не разговаривает. Юра молча кидает, ни с кем не разговаривает. Разные люди бывают. А потом говорит, берет это так за шкуру. Он здоровый, как лом. Чуть меньше роста. А так за шкуру, за петельку берет, а уебуй нахуй. Ну я так не говорю. Зачем к таким любителям ходить? Вот, это, вот этого сокол бил. Во. Ага. Вот он сталево. Я понял. Сразу так вот. Ну ветер сейчас утих. Ты скоро вырезать уже вот эту полку. Конечно. Аж духу за ножи долго надо, он внук. Четыре петуха у тебя. Вот ты вот еще, видишь, в правом крыле у него это кольцевая. Угу. Гулю-гулю. Николая Хасова. Видишь, они как пуля аж идут. Когда как пули. Голуби привыкают. Идут они как пули. У виска. Тоже оружие не буду заводить. А где он взял? Танцюры. Что-то там дают. Кому бесславие, а кому бессмертие. Из маленьких мгновений сделаем ролик. На улов. Нет. Здорово, на улов. Можно ехать, да? Вот он. Чего
Кувар. Основа микрорайона. Из крохотных мгновений. Ветер западный, западный, восточный, метров 10. Если бы вчерашняя пришла самка, она вам бы показала краснодонские, вчера приходила самка. А, здоровая, да? Здоровая. Да-да-да, у меня... Да она бойных, блядь, под землей хватало, блядь. И люди идут, и похую. 40 ворон, блядь, вокруг нее, блядь, черных. Вчера что-то с горы, он гнал рыжу, он куда сожрели. Хочешь, бурень? Ворону серые не дают. Из крохотных мгновений. Вот и сука погубишь-то. Полетят. Ну их куда-то ж надо девать, Серый. Вот пускай их и есть. Попал между девятиэтажками вот этот на цех. Да. Тут бульвентность, сука. Бульвентность. Мгновение. Вот это мы никак не это. Старшая летала, а меньше желтая. Никак. Никак. Здорово. Конечно. Здорово. Здорово. А вот здесь она. Я ее вообще не трогаю, то у желтого. Ты прошлый год вывелся. У него молодежь это. Конечно. Конечно давал. Для голубей Иванова, для голубеводов Иванова. Плохо боятся хук. Они прячутся. А тут я тогда снимал, указал, кажа белое, а оно черное у меня на экране. Да. Ну да. Оно и сейчас будет на экране черное. Ну ветер, ты понимаешь, здорово порывит, я оттуда вот задувал. Здорово, а тут я не поздоровал. У него еще концевая там в одном крыле. Ага. А это ж про старых конопатых, Воха. Ага. Видишь какой? Вижу. Одному пришлось голову весной оторвать, понял? Ага. И летало это самое, а что? 9 голубей лишних. Представляешь? О, представляю. Ну, чтоб мне там сами не дали. А была ж, бачишь, одна сбоку. Ага. А стала белохвост. Вообще не это, не доросла мне перина. Хорошо. Да. Теперь я в руки. Ты вот тогда приходил, я ей кидал молочную, показать. Молочная. Вообще не кидал.
Можно. Камера. Желтоля будет, это здорово летит. На холоде быстро батарея садится. Для голубеводов Иванова снимаю. Да. Скажи, как приеду, я что-то подарю им. Хорошо. И продам даже. Подарит что-то. Как с Иванова приедет. Да тут недалеко. Каких-то несколько тысяч километров. Вот это такие голуби. Понятно. А ну выпусти курочек, я хочу снять. Мне больше нравятся курочки. У меня же не так же, как у тебя, Серёжа. Они прятаться будут. Да. Тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип мои цыплятки, тип-тип-тип мои косатки, вы пушистые комочки, мои будущие квочки. Тип-тип мои цыплятки, тип-тип-тип мои косатки, вы пушистые комочки, мои будущие квочки. Приходи ко мне напиться, давай в юрины водиться. Приходи ко мне напиться, давай в юрины водиться. Тип-тип мои цыплятки, тип-тип мои косатки. Вы пушистые комочки, тип-миленькие квочки. Привет, Вань! Скоро они не бьются, нет? Нет, ну один уже за третий сезон. Чуть-чуть. Купаться, да? Нет. Твоё. Твоя кошка. Вот смотри, желтый. Вот это желтенькая, бачишь? Ага. Старше. Ага. Вот он рыжий в середке. Ага. Вот, она еще там с концевыми, но... Угу. Мне а больше, мне больше нравится молочная ряба, такая легкенькая. Погана. Чего? Ну тоже это голуби. Да? Продашь? А пришлось одну да. Голову оторвать. Оспочка была. Оспочка. Ох и петушок. Ох и петушок, да. Красивый. Забирай, забирай его. Крест как буду забирай? Ставить. Это ж... Желтые два. Это бесценные голуби. Три, три. Да, это мой тетю. Это бесценные ну, голуби. Что, рубать можно? А? Степаныч, Степаныч. Это бесценные птицы. О. Ну, сколько? Да сколько? Ну, на больше 3 килограмм есть. Хороший. Хороший. Ну, он худой. Да? Это еще не набрал. Да петухи, больше, да. Они толстые не бывают. Хорошие. Они же должны... Жирным это... не должен быть. Да. Отпусти, не мучай его, отпусти. Я же дратую этого. А, да не надо дратовать, не надо. Это хорошая птичья. А то ж уже получилось, угу. Они же арпентоны идут для создания других пород. Так. Там уже ж это самое намешано. Вон, видишь?
Вижу. Золотистый окрас. Угу. Это петух. Ну, у меня получился намешанный такой, знаешь, вот такая палевая. А, получилась. Вот этот? Да. Ну, это у тебя спот каких-нибудь хинов и этих самых, и арпентонов. Да. Они тоже крупные. Сколько тут пород в них? Я, ну, смотри, арпион, дивись, кокенхин. Кокенхин и арпентон. Одна, вторая, третья, вот видишь, они там. Черные. Да. Да. Ты такие спокойные, это вообще. Девки. Они несутся? Это ж такие конопаты есть, надо... да? А что такие не конопаты есть, наверное, нет? Не, конопаты. Ну, есть. То конопаты, что идут, сюда это эти, брамы идут. Ладно, пойду, а то замерз. Давай, давай. Давай, пойду я. Счастливо вам оставаться. Ага. Побачив. Ага. Все. Я люблю вот таких, вот такую стальную мне бы. Стальную? Ага. Ну, как же вы останетесь, а вот. Да. Сейчас она в стадии разгона. Понятно. Вот это мне нравится. Рыжа полосата старше летает. Ага. А она еще это. Понятно. Вот и это... виха, и виха такую ищет. Понял? Виха. Какой? Такую ищет. Какой? Этот, величка. А на что? Ну, он ходит к желтому. И он давай. Полосатый. Вот еще. Вот, дыви. Я еще и выкидал. Сегодня не даже. Вот я не вижу. Вот, видишь? Ага. Я сегодня не кидал его. Ага. Забыл его. Понял. Ну, под пестрина. Вот это же это самое. Уже стальной... все перелиняли. Да. Как у тебя это... хорошо. Это майские голубя, Володя. Кто прорастает? Ага. Чем так кормит? Нет. Понял. Он же кормит вот этих, да. Наверное, химией. Да. И тем достается. Конечно, химия. Да. И тем достается. Я сам химию. Даже в огороде у меня нема химии. Ну, он молодец, он все натурально. Органика, да? Только. Бачу. Что не кидался? Вот этот и вот та голубка. Понял. Пойду, а то замерз, руки замерзли. Смотри, сегодня...